В эфире «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области, член Общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте kirova.ru есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира, и с помощью специальной формы вы можете задать вопрос гостю особого мнения. Такая возможность у вас есть до 15:02. Олег, сегодня 60 лет, я смотрю, исполнилось главе администрации города Кирова, Александру Перескокову. Что бы вы ему пожелали в юбилей и в предельный возраст, да, уже для мужчины, выхода на пенсию? Я бы пожелал активнее следить за общественной деятельностью и за той повесткой, которую формируют гражданские активисты. То есть внимательнее смотреть и быстрее реагировать на просьбы активной общественности. То, о чем просят массы, те предложения, которые видят снизу, вот, на них уделять больше внимания. Хорошо, я думаю, принимается, Александр Викторович. Вы знаете, накануне я посмотрел дату проведения гражданского форума 2015 года. Пятый в прошлом году он был, да, по счету гражданский форум. Напомню, это то мероприятие, к организации, к которому вы имеете непосредственное отношение, Центр поддержки некоммерческих организаций, да, имеет отношение. Никакой информации. Проходил он с 22 по 24 октября, сегодня, напомню, 26 октября 2016 года. Никакой информации о проведении гражданского форума в этом году еще не поступало. Будет? Не будет? Будет. Будет. То есть сейчас определили сроки проведения гражданского форума 2016 года. Это будет 24-26 ноября. Тема? Давайте все поподробнее. Так, Совет общественной палаты определил тему «Общественный контроль». То есть, собственно говоря, тема все та же. Ну, продолжение, да, получается. Это будет продолжение. Но с учетом уже наработанного в течение этого года там, практики, и уже, я так думаю, что разговор будет идти в более практическом русле, как усилить там те примеры общественного контроля, которые уже наработали, как улучшить, и в каких новых сферах там завести там системные инструменты общественного контроля. Ну и, конечно, не только там общественный контроль традиционно, мы будем спрашивать людей, то есть чтобы они инициировали свои какие-то темы обсуждения, там, генерировали свои секции, подсказывали, там, на какие актуальные темы необходимо там акцентировать внимание и там создать дискуссионные площадки. Вот. И буквально там сегодня уже есть сайт, то есть будем сейчас давать объявление. Сайт «Гражданский форум 2016». Да, уже да, есть, да? Да, уже есть. Туда сейчас можно предлагать секции. Потом где-то с 10 там, ноября, собрав уже предложение по секциям, мы откроем регистрацию на выступление. То есть, когда будет понятен список секций, на секции можно будет записаться с выступлением. То есть, тем людям, которым есть что-то сказать. Вот. И еще чуть позже мы откроем регистрацию просто участников форума, которые будут записываться, на какую секцию, собственно говоря, они хотят пойти, чтобы нам к концу ноября, к моменту проведения там форума, знать, какие секции у нас пользуются популярностью, на какие люди придут, то есть что вызывает там оживленный интерес, чтобы какие аудитории нам подготовить там больше посадочных мест. Ну, вот таким вот образом. Продолжительность форума по-прежнему 2 дня? Ну да, да. Или обсуждается 2-3 дня. То есть основные моменты еще обсуждаются. Это связано с тем, что в данный момент форум пойдет без участия бюджета Кировской области. То есть он пройдет практически без денег. То есть денег на него нет. Он не запланирован там, для проведения правительством Кировской области. Если не ошибаюсь, предыдущий губернатор... Да, предыдущий там шел, там расходы оплачивались за счет бюджета Кировской области. И стоит предполагать какие-то изменения? Более скромно, что ли, он пройдет? Ну как более скромно? То есть традиционно там деньги требовались на там полиграфическую продукцию, на оформление там, да, там и стендов. Печатка, расходники, да, всевозможные. Да, да, да. На там, там буквально чай, кофе попить участникам. То есть часть этих расходов придется сократить, часть будем искать
где-то из негосударственных источников. Где? Просить предпринимателей дать там небольшую какую-нибудь сумму для того, чтобы там смочь напечатать информационные материалы, бейджи и прочее. В общем, вы каким-то образом собираетесь выкручиваться? Ну, все-таки раз у нас есть такая традиция осенью проводить гражданский форум, я не вижу поводов и причин отказываться от этой традиции. Я не вижу причин отказываться от устоявшегося достаточно там, успешного формата. И в этом году тем более интересно, если на форум придет новый состав правительства. Включая нового главу региона. Да. Мы бы хотели видеть там представителей региональной власти. А хотели бы видеть с чем? Просто в числе присутствующих, смотрите, и слушающих, и в числе выступающих, предлагающих. И в числе присутствующих и слушающих, и в числе выступающих. То есть все-таки это была бы такая более публичная там презентация нового правительства, там презентация их новых подходов, если они захотят поделиться своими мыслями на ближайший год работы. Я верно понимаю, что руководство региона пока как-то вот твердо еще не озвучивало свои позиции по поводу общественного контроля, общественной палаты и вообще вот этой общественной активности? Или вы все уже поняли? У нас было пленарное заседание общественной палаты, на котором присутствовали представители правительства, в том числе и вновь назначенный министр внутренней информационной политики. Это совсем недавно было, да, в октябре. Там я задал вопрос по поводу проведения гражданского форума, и было отвечено, что да, это очень интересно, и мы максимально стараемся поучаствовать. Но денег нет. Деньги это уже дело там другое. То есть вопрос в том, готово ли правительство участвовать в обсуждении там тех вопросов, которые общественность будет ставить, ту повестку, которую видит общественность. То есть вроде пока складывается то, что правительство участвовать будет. Вопрос, в каком объеме участия. То есть будет ли это широкомасштабное приглашение там всех специалистов, которых пожелают наши общественные там инициаторы. Посмотрим. Место проведения уже определено? Место проведения пока не определено. То есть это рабочий вопрос, они решают. Традиционно, как принято говорить, политех предоставлял свою площадку. Да, то есть есть предварительные договоренности с университетом. Чуть позже будет решено, где именно. Давайте еще раз, перед тем, как уйти на небольшую паузу, повторим дату, гражданский форум. И для кого? Для тех, кто хочет решать проблемы. Давайте. 24-26 ноября. Для общественных активистов, для людей неравнодушных будет возможность обсудить все самые важные вопросы общественного участия и вопросы взаимодействия с органами государственной власти на гражданском форуме. Предложения по секциям принимаются. Предложения по секциям и по темам обсуждений можно направлять или в общественную палату, или через специализированный сайт. Там есть веб-форма, в которой можно там вписать предложения по секциям. Сайт «Гражданский форум 2016». И сайт общественной палаты тоже будет задействован. Отдельный сайт сделали, то есть для удобства. Вот там есть веб-форма, в которую можно вписать сайт, там буквально адрес с латинскими буквами forum2016.so-nko.ru. Баннер будет висеть на сайте общественной палаты, то есть с нее можно как бы заходить. Хорошо, мы сейчас прерываемся буквально на несколько секунд и скоро будем продолжать. Сегодня это особое мнение Олега Ткачева. Напомню, Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член Общественной палаты Кировской области, член региональной общественной наблюдательной комиссии. Да, действительно, зашел на сайт форума гражданского 2016, все работает. Форум 2016.so-nko.ru. Следующий вопрос. Вот буквально на днях стало известно, что вы, Олег, вошли в третий состав, в третий созыв общественной наблюдательной комиссии. Там были некие волнения по поводу того, попадут, не попадут, кто заявился. Мы с руководителем второго созыва комиссии Артуром Абашевым беседовали в нашей студии. Изначально у нас в третий созыв 40 было, да, заявок? От Кировской области? От Кировской области, да. 40 было заявок. Готовилось... Но рекомендовано было 18 общественной палаты Кировской области. Нет, меньше.
Заявок было 38, ну, почти 40. Но 4 заявки не смогли дооформиться. По факту в Общественную палату Российской Федерации было послано 34 заявки. Угу. А Общественная палата Кировской области была двухступенчатая, там, одобрение. Фильтр. Да. То есть изначально мы рассматривали на нашей комиссии по развитию института гражданского общества, там мы одобрили 18 человек из тех, кого, ну, просто кого знаем. Вот. То есть те кандидаты, по которым у нас не было информации, что это за люди, может быть, они и хороши, вот, но никто из присутствующих там на комиссии там, не мог сказать, не мог похвалиться знакомством с этими людьми и давать рекомендацию там, абсолютно незнакомым людям. Ну, как-то было бы странно. Я помню, Михаил Полеснин, ваш коллега по палате, по ОНК отставил вот эту позицию, что да ладно бог с ним, сколько заявилось, пусть они все и идут. Ну, разделяете? Нет, я эту позицию не разделяю. То есть, как бы, если все-таки там кто-то кого-то рекомендует, да, то это рекомендация. Вот. Рекомендовать кота в мешке, ну, я считаю, что это неправильно. Это девальвирует там и рекомендацию, и рекомендующего. Вот. Я думаю, что у всех кандидатов была прекрасная возможность в течение там, предыдущих лет, там, если есть интерес к этой теме, познакомиться там, и с деятельностью ОНК, и там, с теми людьми, которые занимаются, вот как-то там, продекларировать хотя бы, что мы тоже хотим. Там, ну вот хотя бы было о чем говорить, то есть хотя бы было понятно, кого рекомендовать, там, хоть бы на людей посмотреть. Что это за люди? Ну, не суть. То есть наша комиссия рекомендовала 18 человек, а потом этот список обсуждался на Совете Общественной палаты. И, а, и там 12? Да. Да, и там 12 уже. И в итоге как бы, Совет Общественной палаты утвердил к рекомендации от имени Общественной палаты Кировской области 12 человек. Включая вас? Да. Но, тем не менее... окончательное решение принималось в Москве Общественной палатой, Советом Общественной палаты Российской Федерации, вот, и сформирована общественно-наблюдательная комиссия из 30 человек. То есть там были учтены и рекомендации и других институтов. Совет по правам человека, точно. Да, и Совет по правам человека, и там, общественные организации, и немаловажно, там были рекомендации по уполномоченным по правам ребенка там, Кировской области. По ряду кандидатов. Владимира Шабрадина. Да. Собственно говоря, сейчас состав сформирован, и я надеюсь, что 6 ноября состоится там первое заседание там, наблюдательной комиссии нового состава, на котором будет утвержден новый регламент вот, и избран там, председатель. Вы писали, да, или вернее, ваши слова были размещены на портале 7на7, вот это первое заседание, оно очень важно. Да. Вот какой вектор будет задан, как говорится, как корабль назовешь, так он поплывет, и все будет зависеть. Ну, буквально все будет зависеть. Да, вот буквально все будет зависеть. Поясните, от первого заседания. То есть по закону на первом заседании принимается регламент. Вот. Ну, и избирается председатель. Вот регламент – это основной документ наблюдательной комиссии, по которому она будет работать. Вот. Те вещи, которые прописаны в регламенте, они должны быть обязательны там, к исполнению всеми членами ОНК. И те учреждения, в которые мы приходим, они все равно отсылаются там, к нашему регламенту. Там, требования соблюдения регламента – это вещь, прописанная в законе. Там, деятельности наблюдательной комиссии. А никто со стороны не может влиять вот, на это первое заседание? Только члены ОНК? Только члены... определяют это? Да, только члены ОНК. Вот. И вот мы знаем просто практику по разным регионам. Вот. Не везде все гладко, не везде все хорошо. Да, я хотел это привести в пример. Артур и Михаил, которые были в нашей студии, они очень переживали из-за того, что активные, самые активные, да, ОНКшники, они как-то вот отстраняются. Да. Вот для нас будет самым главным первое заседание, но то, что происходит по стране, это отдельно, там, заслуживает отдельного разговора. Но мы-то в этом случае в выгодном положении оказались в итоге? Или все-таки еще не так все определенно? У нас все будет зависеть от того состава, который все-таки сформирован. То есть от тех людей, которые составляют там, наблюдательную комиссию,
на первом заседании будет все понятно, там хорошо мы будем работать и, вот, или с какими-то сложностями. Вот. Я не берусь загадывать, как все это произойдет, то есть я не анализировал там, ну, персональный состав там, комиссии, то есть займемся этим чуть позже, и на первом заседании будет все видно. Но вот по словам того же Артура, как бы, вот, есть и плюсы. Вот, то есть общественная наблюдательная комиссия увеличила там членство, то есть было 20 человек, сейчас стало 30 человек, то есть добавились новые, существенно расширилась география, ну, представления, то есть есть люди и в отдаленных районах, там, где располагаются... Где находятся места заключения. Да. Им будет проще там на месте там, выйти в колонии. То есть появились специалисты, если раньше у нас был один специалист с медицинским образованием, вот, то теперь у нас в комиссии будет три специалиста с высшим медицинским образованием. Вот. Ну, это плюсы. Для вас это такой рост гражданского, что ли, самосознание гражданской активности, или какие-то другие еще нюансы? Ну, понимаете, замешаны? Это тут много чего. Вот, если так смотреть, вот то, что происходит по стране, тут версий может быть много. То есть без детального персонального знакомства там, со всеми людьми, без обговаривания, без понимания, там, с какой мотивацией люди пришли, там все равно не понять, там, что это, там, хорошо, благо это или там, вред. Да, конечно, бывают случаи, когда люди приходят в ВНК с какими-то там корыстными мотивами. А в чем может быть? Ну, с попытками там. К родственнику попасть, как бы. Ну, это как не, к родственнику нельзя попасть на свидание. То есть это прямо запрещено там законом. Вот. Но по многим регионам там была масса скандалов с тем, что люди приходят в ВНК там, решать вопросы за деньги, там, вопросы срочно дословного освобождения. Вот. То есть с какой-то иной там мотивацией, там, нечистоплотной. То есть по мере возможностей там система ВНК пытается там очиститься от таких людей. Вот. Но в ситуации, когда приходят новые незнакомые люди, вот, ну, стоит с ними поговорить. То есть зачем, с какой мотивацией пришли, то есть выработать какой-то режим взаимодействия. Я надеюсь, что такие там печальные вещи не будут касаться там наблюдательной комиссии Кировской области, вот, но стопроцентную гарантию пока я вот дать не могу. Ну, вы как будете знакомиться? Ну как, на первом заседании там люди все придут. Каждый выйдет, встанет, расскажет о себе. Я думаю, что да. Мне кажется, отчасти есть в этом проблема-то. Я думаю, что это самое, да, как каждый представится, вот, и там первые выезды там совместно, там, то есть все равно будут первые выезды, то есть все равно как бы будет какое-то взаимодействие. Ну, то есть уже в работе, да, в работе, в бою, что называется, да, вы там присмотритесь друг, да, к другу. В работе посмотрим друг на друга, поймем, вот, кто чего стоит. Вот. Никакого ведь официального финансирования ВНКшников нет. А возможность на гранты, она остается заявляться? Да. Это тоже вопрос будет перед вами стоять? Этот вопрос тоже будет, но, к счастью, в данный момент организация «Гражданская миссия» получила грант президента Российской Федерации на поддержку этой работы. То есть это наша организация. Вот, НКО, одна, да, из НКО. Да, одна из кировских НКО получила вот на новый период там небольшое финансирование вот на эту работу, на защиту прав заключенных. Вот. И, по крайней мере, будут расходы на бензин, транспорт, чтобы доехать до колонии. Лично как вы для себя формулируете задачу цели присутствия в ВНК? Я напомню, вы были в ВНК второго созыва, то есть в третий, ну, пришли. Очень важно формулировать для системы ФСИН и для системы МВД вот тот набор там сведений, вот, которые там им может быть незаметны, там, и зачастую незаметны как бы изнутри системы, вот, но свежим взглядом заходить и указывать на недостатки с тем, чтобы они исправлялись, вот, с тем, чтобы система была не столько репрессивной, сколько
помогающий людям там, осознать и выйти на свободу там, ну, с, там, не сломанными людьми, озлобленными на весь мир, вот, а людьми, которые хотят жить там, ну, в нормальном обществе и соблюдать правила этого общества. Получалось? Последние три года? То есть там изначально, то есть мы всегда, когда заходили, то есть мы смотрим, ну, там самое банальное, это, ну, люди должны содержаться просто в обычных человеческих условиях. То есть колония — это не курорт. То есть мы прекрасно об этом понимаем. Угу. То есть они туда приехали не на отдых, не на развлечение. Но нельзя людей доводить до там скотского состояния. То есть вопросы там санитарные, там, гигиенические, вопросы там, там, просто личной безопасности, вот, это первоочередные вопросы, которые должны соблюдаться. Вот, только это может быть залогом того, что там, мы не получим через там, пару-тройку лет там, вышедших, озверевших людей. Это особое мнение Олега Ткачева. Напомню, у нас реклама традиционная для середины часа, после которой мы продолжим нашу беседу. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня мы слушаем особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки НКО, члена общественной палаты Кировской области, члена общественной наблюдательной комиссии нашего региона. Хотелось бы поговорить еще о финансах, которые, простите за банальную фразу, поют романсы. Проект бюджета Кировской области на ближайшие три года подготовлен, выложен он в открытый доступ для обсуждения. Какие-то основные моменты хочется упомянуть. Ставится задача сделать бюджет нашего региона бездефицитным. Подумалось мне накануне, а что так боятся дефицита? У нас большинство регионов страны живут с дефицитом. Посмотрел вчера информацию, профицит только у 4 субъектов Российской Федерации есть. Как вы воспринимаете это заявление руководства региона о бездефицитном бюджете? Ну, стремление сделать бюджет бездефицитным, то есть это как бы, ну, благое стремление, mm-hmm. то есть это движение вперед, то есть это, по крайней мере, декларация там, того, что там, проекты будут нацелены на то, чтобы больше зарабатывать вот, и меньше просить у федерального центра. Mm-hmm. Вот. Насчет реальности, ну не знаю, мне как-то пока слабо верится там, в реальность там, этих планов, вот, и там сразу возникает масса вопросов, а за счет чего? То есть если за счет там, тех примеров, где экономится там, ну, там 1, 2, 3, 5 миллионов, вот, там 50 тысяч рублей, то как бы за счет этого не наэкономить. Слишком мало. Да, да? На бездефицитный бюджет. А, мне кажется, что попытка сделать бездефицитный бюджет востребует какие-то новые крупные там, системообразующие проекты. Вот, по поводу таких проектов, ну, пока вот, не знаю, не слышал. А вот эти заявления нового руководителя региона Олега о том, что предприятия у нас в офшоры вывели деньги, порядка 4 миллиардов рублей, порядка такая же сумма в лесозаготовке была потеряна, и другие проблемы, это скорее констатация факта, что это надо менять, или это упрек вот в адрес прежнего руководства страны? Мол, довели? Нет, я думаю, что это констатация факта, и вот, знаете, как бы, если есть деньги, вот, то они выведены в офшоры, то есть если смотреть по соседним регионам, вот, там больше денег, а там больше выведено в офшоры. То есть это не уникальная ситуация mm-hmm. там, Кировской области, и там, я бы не стал там, прямую вину там, предыдущего руководства там, ставить, что вот, это их типа, безусловный mm-hmm. просчет, что они довели до этого. Это общая ситуация по стране, вот, и кто мог, деньги уводил, кто не мог, не уводил, собственно говоря. Здесь даже, может быть, не столько политика там, руководства региона, сколько общефедеральная там, политика там, выдавливала там, бизнес там, в те же самые офшоры. Вот, вопрос, как вернуть все это обратно, вот, это намного сложнее вопрос, чем тот, кого назначить виноватым. Mm-hmm. Я говорил уже, что я не верю в негативную мотивацию. Ну, то есть, там, всех поймать, наказать, заставить. А если предположить, что это все-таки так? Или не хочется? Что именно? Что негативная мотивация во главе угла?
я не верю, что с помощью негативной мотивации можно добиться там, чего-то полезного. Mm-hmm. Да. Вот, я сомневаюсь, что у любого руководителя, будь он там трижды там распрекрасен, там удастся заставить вынуть деньги из офшоров и притащить там, в Кировскую область. Я сомневаюсь, что из-под палки удастся заставить перерегистрироваться там налоговых агентов, там, которые проживают в Кировской области, там, из их любимых регионов, перерегистрировать свои предприятия там, в Кировской области, чтобы они в Кирове платили налоги. Мне кажется, что здесь должна быть мотивация позитивная. То есть, предлагая людям такие серьезные шаги, необходимо предлагать что-то, что им окажется полезным. То есть какие-то условия. Почему им выгоднее находиться именно здесь, а не где бы то ни было. Чтобы им было именно выгоднее находиться именно здесь и именно здесь платить налоги. Как подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора, все это мы знаем, все предстоит безоговорочно и без потери времени исправлять. Вот я, честно признаюсь, пока еще не привык к риторике Игоря Владимировича, все предстоит безоговорочно и без потери времени исправлять. Что он имел тут в виду? На что не терять время? Завтра исправим, в следующем году исправим. Вот это было бы понятнее намного. Ну, не терять время, это понятно, что если об этом знаем, то прямо сейчас над этим начинаем работать. Там, буквально там, не завтра, не послезавтра. Вот, окей, там, отлично, там, полностью поддерживаю. Но вопрос методов. Вот я уже сказал, что в некоторые методы я не верю. То есть они должны быть, они должны присутствовать, вот, безусловно. То есть какие-то ограничительные там, методы там, воздействия, но это не панацея. То есть без поощрительных методов большие деньги не вернуть. И если заглянуть, это все касается того же бюджета, тех же финансов, если заглянуть на сайт законодательного собрания нашего региона и посмотреть повестку завтрашнего пленарного заседания, уже 6-го созыва ОЗС, там можно найти много интересного. Вернее, не слишком интересного, по части урезания, отнимания и так далее. Но я перечислю тут вкратце. Отменить выплаты, доплаты к пенсиям бывшим руководителям колхозов, ежемесячные выплаты инвалидам по 111 рублей или семьям с детьми-инвалидами 333 рубля. Выплачивать их тем только, кто в них нуждается. Это же касается выплаты жертвам политических репрессий. Еще несколько дней известно стало назад о том, что будут вноситься поправки в закон об образовании, которые вводят принцип нуждаемости при выдаче компенсации платы за пользование детским садом, муниципальным детским садом. Про педагогов, которые заслужили знак «Педагогическая слава». Речь идет об отмене выплат в отношении них. Вот как заявил не так давно экс-депутат ОЗС Дмитрий Русских, в нашем эфире он заявил, что это и есть плата или часть платы за тот самый бездефицитный бюджет. Вы как все эти вещи воспринимаете? Ну, это то, что называется экономить на спичках. То есть, не наэкономишь, не слишком ты сэкономишь. Это не слишком сэкономишь, а с другой стороны, как бы это действительно отказ государства, государственной власти от исполнения там, ранее взятых на себя обязательств, то есть пересмотр правил. Подождите, а они в последнее время заявляют, несмотря на это, все социальные обязательства будут выполнены. Ну, смотрите. О разных вещах идет речь, о разных социальных обязательствах идет речь? Это разные уровни социальных обязательств. То есть есть социальные обязательства, вот как бы прямо прописанные в законе, да, а есть те, которые добровольно на себя, там, вот, если взяли там, в пределах полномочий там, региона. Вот. Если было положение о поощрении там, такой-то категории учителей, вот, и региональные там, какие-то там доплаты, вот, то, ну, видимо, это будет сворачиваться, и им просто перестанут платить. То есть выглядит это и некрасиво, и мелочно. Вот. Я понимаю, что ситуация с бюджетом сложная. Вот. Но там сколько цифр по учителям? Сейчас найду. Вы имеете в виду конкретную, да, выплату? Вот этот почетный знак и дополнительно к нему премию в 5000 рублей. Да, ежегодно у нас получают 50 работников сферы образования. 5000 рублей. 5000 рублей на 50.
То есть это не такие бешеные деньги, вот, а вместе с тем вот эти 50 человек, то есть всей своей там многодесятилетней там деятельностью там, педагогической, там, ну извините, они заслужили это. Они уже отработали, они воспитали столько там прекрасных людей, они воспитали там, там все население нашей Кировской области. Вот. Отказывать им как бы просто, ну не знаю, это... Мне кажется, это нехорошо. Не по-человечески. Не по-человечески. И как бы за счет учителей бездефицитный бюджет не сделать. Хорошо. Ну, кстати, вот да, если продолжать комментарий по этому поводу Дмитрия Михайловича, он сказал, что несмотря на это, люди как бы активно сопротивляться-то и не будут отмене всех этих вещей. То есть никто... Ну, не пойдет на баррикады. Ну, понятно. Ну, это в рамках страны. Нет, ну, понятно, что никто не пойдет на баррикады, потому что 50 заслуженных учителей, которых непосредственно касается отмена там, вот этой доплаты, да, вот, 50 заслуженных учителей не пойдут. Вот, позориться, как бы, ну просто это самое, они не пойдут изображать из себя там обиженных там, и там, говорить о своих каких-то личных там, претензиях. Вот. Остальные, кто не получает эти доплаты, там тем более не пойдут. Вот. И общество как бы, ну, не готово там, вписываться за учителей. Вот. Сегодня учителя, завтра будут врачи. Там, послезавтра там, другие. То есть вот так вот по очереди, по копеечке. Что, до бесконечности можно? Ну, до бесконечности. Никто не заступится? Вот, ну а как заступаться? Ну, то есть, как бы, ну, вот это вот, вот принимается хозяйственное решение. Вот говорится, что денег в бюджете нет. И я понимаю, что денег в бюджете нет. Но денег в бюджете нет вот совсем-совсем. Вот, и надо в первую очередь у учителей. Вот, хотя не в первую очередь, а у кого там не в первую очередь. Вот по поводу пособий по детскому саду. Угу. Там, по поводу, за первого ребенка 20%, второй 50%. Вот. Ну, это вот опять такая сомнительная вот риторика по поводу нуждаемости. В чем вы сомневаетесь? Да ни в чем. То есть, на самом деле, как бы, все очень просто. Работать это будет так, что, как бы, это не безусловные выплаты, а прежде чем получить эту выплату, надо собрать кучу справок, что ты нуждаешься, там, принести их, и тогда, может быть, когда речь идет о полутора прожиточных минимумах, да, это надо подтвердить. Да. Вот. На самом деле, да, это, ну, можно сказать, что это просто отмена там, вот этой преференции людям. То есть, если была система, при которой там нет места в детском саду, то есть компенсируем это там деньгами, вот, и люди... 2500 напомню, платили. Люди на эти деньги искали самостоятельно возможности там своего ребенка... Там, чтобы он был под присмотром. Да, чтобы он был под присмотром. И вот на эти деньги развивалась система там негосударственных детских садов, там, в том числе и платных там каких-то групп, и люди сами выбирали. И, понимаете, это, опять же, самозанятость людей... Вот, то есть это некий прогресс, да. Да? Некое это, движение это вперед. Это была некая инвестиция. Вот, через людей была некая инвестиция в инфраструктуру. Вот. А теперь говорится, что нет, мы только нуждающимся. Вот, ну, вот, изымаются деньги из оборота. Угу. Вот, пусть это там небольшие пусть там деньги, но они изымаются из этого оборота, они уже не пойдут на эти цели. Вот. Даже если там деньги не в полном объеме тратились на именно обучение там, детей, там, на занятость детей там, в детских садах, то все равно эти деньги они шли в экономику региона, так или иначе, через тех граждан, которые получали. Mm-hmm. То есть мы просто шаг за шагом с помощью вот таких вот действий, вот таких вот шагов, граждане будут получать все меньше и меньше там, возможностей. Там, жить в своем регионе. Последний вопрос, Олег, завершается свободное, простите, ваше особое мнение. Время. Как думаете, много пройдет времени, ну, позвольте помечтать, много пройдет времени, когда руководство нашего региона скажет: ребята, мы решили вернуть. Сейчас мы будем раздавать, а не забирать.
Я так думаю, что пройдет немного, но в первую очередь как бы руководство региона заявит о том, что сейчас мы будем раздавать не в адрес учителей, не в адрес там, людей с детьми там, по поводу детских садов. Там, скорее всего, это будут некие инвестиционные программы, вот, там, некие поощрения там, точечных бизнесов, там, может быть, социально ориентированных, может быть, еще как-то. То есть мне кажется, что без подобных действий, то есть без инвестирования в какую-то там инфраструктуру, среду, вот, без привлечения негосударственных там подрядчиков, нашему региону не справиться с массой проблем. Вот. И, скорее всего, деньги из бюджета они все равно пойдут, вот, но уже по какому-то другому руслу. Вот, но хотел... уже не на льготы некие. Да. В отношении конкретных категорий. Хотелось бы как-то это самое засинхронизировать эти два процесса. И то есть, если там убираем льготы по детским садам, убираем выплаты компенсации. Выплаты компенсации по детским садам, вот, то хотелось бы сразу же видеть там симметричное решение по финансированию там негосударственных детских садов, куда детей все-таки можно привести. Тогда это было бы логично, оправданно и нормально. Завершается на этом программа «Особое мнение». «Особое мнение» Олега Ткачева. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.